Всем здорово. Так, мужики, это у нас Land Cruiser 200, установка комплекта рестайлинга. Это у нас Prado 150, также комплект рестайлинга, только на этой 200-ке еще будет полная покраска. И знаете, что я вам хотел сказать? Сейчас с новым курсом стоимость комплекта вообще какая-то стала космическая. Вот на этот Prado мы покупали полный комплект рестайлинга с тюнингованной оптикой. Смотрите. Вот такие у нас фары в стиле Bugatti. Этот комплект обошелся в районе 150 тысяч. А сейчас такой комплект стоит уже за 200. То есть они считают $1800 по курсу 105 рублей за доллар. Вот и считайте, это просто комплект рестайлинга без юбок. Вот на этот аппарат, ну я думаю, что также там за 200. И что теперь делать с этим, я даже не знаю. Давайте посмотрим. В принципе, тут пока еще особо интересного показывать нечего. Сейчас мы срезали старые планки телевизора, потому что у рестайлинга морда выше сантиметра. Слушай, а где у нас вот переходная планочка? Смотрите, вот это родное крепление. А вот так у нас стоит новое крыло. То есть оно немножко выше само крепление. Плюс форма крыла другая, фары другие. В общем, морда становится и длиннее, и выше. По качеству подгонки пока еще говорить рано, потому что крышка багажника здесь, капот еще даже не примеряли. По качеству деталей, ну, по крайней мере, от транспортировки повреждений нет. Вроде бы все ровно и красиво. Так, Prado. Prado уже загрунтован. Смотрите, какие... четкие зазоры получились. Вот он ровный, как линеечка. Прям вообще красота. Здесь вот так все просто идеально. Вот это самое главное, когда у машины красивые зазоры. Машина всегда выглядит четко. Я, наверное, даже вам сформулирую. Вот иногда подходишь к машине и видишь, что вот она... как-то выделяется, не обязательно в лучшую сторону, и ты не можешь понять, почему одна выглядит красиво, а другая нет. Все очень просто. Если машина заводская, все ровные зазоры, правильное отражение, мозг сам говорит, тачка выглядит огонь. Если кривое отражение, неровные зазоры, а вы в этом не шарите, конечно же, вроде бы машина целая, но при этом она какая-то некрасивая. Мы устанавливаем новые петли. Кстати, новое стекло. Что еще по ценам можно сказать? Сегодня смотрел запчасти. Буквально там нажимаешь обновить, бац, на 3000. Стоило 4, стало 7. Фара на Volkswagen Polo, задний бампер. Китайский задний бампер стоит 13 тысяч. Охренеть просто. Ну вот, в принципе... если кому интересно, даже не знаю, покупать сейчас комплект рестайлинга не то что бессмысленно, а просто очень дорого. Если вы об этом думали и не сделали, очень-очень жаль. Так что, друзья, в общем, звоните не только по рестайлингам. Восстанавливаем и алюминиевые детали. Вот такой идеальный зазор, блин, прям вообще смотрю и сам радуюсь, как будто собственник. Вот такая... вещь, вот четкий. У оригинала, я вам скажу, друзья, очень похоже. Вот посередине чуть-чуть зазор больше. Вот прям один в один, как в оригинале. И еще давайте-ка посмотрим. Вот у нас задняя дверь была помята. Задняя левая. Смотрите, как мастер делает. Контурным скотчем четенько все вымерил. Потому что на глаз это сделать, ну, не практически, а просто невозможно. Слушай, а где у нас это? А, вот. Нашел. Сейчас я вам покажу, как мы это делали. Есть вот такая прикольная штукенция. Это самодельный инструмент. Вот как раз, я же знаю, что они делали. Вот видите, четко в ребро. Здесь такая же история. Оп. Четко в ребро. Это, грубо говоря, лекало. Взяли замер, подошли к этой двери, оп, и нарисовали.
контурным скотчем обклеили, когда вышкуриваешь, не потерялась линия. И все, и таким образом получается идеально красивое ребро. То есть вот таким способом можно восстановить с точностью до заводских параметров. И еще мы использовали геометрическую линейку. Я в предыдущих видео показывал. Ну, в общем, машинку скоро будем красить. Работы с этой машиной по кузовне осталось не очень много. Самая главная проблема будет вот здесь и вот здесь. Каждая трубочка стоила под 20 косарей. Сейчас что делать, я даже не знаю.